Арабская ночь, волшебный восторг, смотрите на меня, волшебная ночь. Ну чё ты скулишь там? Ну чё ты скулишь уже 10 минут? Ну если ты жрать хочешь, ну на, баранине, баранчичечку покушай, ну. Ноет и ноет, ноет и ноет. Всё, Лимончик, сиди здесь, я тебе ошейник поменял на желтый. Надеюсь, ты счастлив. А то подписчики в комментах начали там писать то, что это же Лимончик, у него должен быть желтый ошейник, а не вот этот фиолетовый. Все, давай, вот это, Лимончик со мной. Смотрите на меня, арабская. Доброе утро, ёпрсы-то, чё вы там расселись? Скажите мне, пожалуйста, лентяи, что один, что другой хвостатый, ты вот вообще в шлеме сидишь. Ёпрсы, ты поднимайтесь сюда быстро, уборка ждет. Нам еще в Икее мебель заказать надо, нам окна новые поставить надо, нам вообще перестроить этот дом надо, нам же нужно обжитки обжить здесь, как вообще жить? По этой лестнице невозможно подниматься нормальным людям, ёпрсы, ты! Давайте быстро свои сраки поднимайте и помогайте матери! Ты чё раскудахталась там? Я не могу понять. Ну ты спустись, поздоровайся хотя бы с Лимончиком. Мы тут сидим, арабскую ночь поем. Давай сюда к нам. Да я слышу, как вы эту арабскую ночь поете. Уже уши вянут. Давайте быстрее. Ну нам нужно жить здесь. Нам еще прятаться здесь полгода, наверное. Или год. Или вообще всю жизнь. Все, идите за мной, и ты будете помогать мне, только лестницу эту перестрой, я вообще не понимаю, как эта система работает. Сиди здесь, Лимончик, никуда не уходи, охраняй вот эту всю нашу базу. Смотри, какую лестницу перестроить? Идешь сюда, залазишь вот сюда, прыгаешь вот сюда, и все, и ты уже на втором этаже, что тебе тут непонятно? Это... Да кокнуться с нее проще. Да нельзя там кокнуться, ничего. Ты посмотрела, какой я вот этот сад нам построил? Посмотри, там у нас незритовый, вот, незритовый, господи, этот нарост вот этот адский растет, будешь потом супчики варить из адского нароста. Тебе не нравится, Кань? Да мне все нравится, но дом-то надо, ну, причесать, подмести, полы помыть, в Икее мебель заказать. Мне эти кровати не нравятся, я не хочу на них спать, да, они ужасные. Я там таблички повесил, ты меня просила таблички повесить, чтобы ты вот эти кровати не взрывал. Ну, Кать, иди подымай так. Их. Угу. Значит, мы, я сейчас пишу табличку, мы должны... Убраться здесь, помойка в доме, давай. А почему должги? Почему должги? Ну что-то не получилось с первого раза. Короче, все, давай, погнали убираться. Подожди! Иди сюда, подойди сюда, подойди сюда, я тебя закрою вот сюда, за мной, давай, заходи сюда внутрь. Кать, я тут так подумал, то что... Ну нам, наверное, уже не надо тут жить. Мы с тобой перекантовали здесь одну серию, и, наверное, можно потопать домой и посмотреть, сдрыснули ли с нашего города вот эти наркоманы Петровичи. Ну все, как бы, свадьба прошла. Они поняли то, что мы с тобой не хотим жениться. Они, наверное, уже ушли далеко и далеко. Мы можем вернуться в наш город. Слушай, блин, ну я бы, конечно, выбрала вариант вернуться в город. А вдруг они там, а вдруг они нас сейчас ждут, поджидают. Как мы тогда с тобой? Мы же не шпионы с тобой ни разу. Мы с тобой не шпионы, ты плохо нас тогда знаешь. Но я тебе тогда предлагаю просто туда пойти, вылезти так из портальчика, вот так сделать, типа ку-ку, посмотреть, есть они там или нет, если они там есть, опять сюда вернуться обратно в ад. Да ты не очкуй, я тебе говорю, да все будет чики-бам-бони. Сейчас вернемся к нам в город, у меня есть план. Пойдем, я тебе все покажу. Погнали, давай, только тихо. Немножечко обследуем территорию на наличие подписчиков. Вроде чисто. Все чисто, можно идти. Не видишь никого? Никого нет? Ты туда смотри, там где алтарь, они вот там всегда тусовались. Там никого нет, я тебе говорю, чисто. Все, хорошо, тогда, Лимончик, ты сиди здесь, страху свою не подымай, а ты, Катя, иди сюда за мной, я тебе покажу, что я успел подготовить до нашего отбытия. Так, дай сюда, прыгай вот сюда, вниз, дай. Вот сюда, в люк! Открывай люк и падай туда, внутрь! Так, мы точно в аду опять не окажемся? Да не окажемся мы в аду, давай! прыгай туда внутрь! Ну это же лава! Да какая... Там, тогда стой на месте! Так, сейчас взрывное зелье, огнестойкость... Все, подойди сюда, давай жахнем с тобой за компанию! И... Опа! Ага! А, я, кажется, поняла, о чем ты... У меня вырыт лавовый тоннель под всем городом. Поэтому мы с тобой, Кать, сейчас будем вот этими лавовыми карасями. Прыгай внутрь туда. Все, поняла, давай. Так, а как прыгнуть туда, вот так, оп. Как это попасть туда, как это... Покажи, как попасть туда. Ну, шеф, туда. Отпусти и прыгни туда внутрь, ну, масися. Вот. А, все, господи. Пошла жара. И, опа, люк закрываем. Ну ты подвинься, ну вниз туда спускайся, господи, ну я... Я спускаюсь, так ну, что я... ты это потолкаешься? Ну не могу протиснуться, ну спустись ты, Кать! Да ты подвинься сам, блин, растолстел, раскабанел! Это я раскабанел, ты на себя посмотри! Это ты раскабанел!
ебанел! Жируха вот это! Ну ты-то подсади хотя бы меня снизу немного, Кать! Да ты тяжелый, блин, давай быстрее вылази! Так, ну вроде никого, давай вытаскивай сусракостанцию, давай! Так ты мне руку-то дай, ее просто! Подожди, давай, ну вылезай уже оттуда! Давай вылази! Давай! Фу, все! Как карась это делает? Это же так сложно каждый раз оттуда вылезать. Так, тихо, ты не кричи сильно, вдруг они в нашем доме спрятались. Давай тогда пойдем и проверим. Но я очень сильно надеюсь, что они уже ушли. Ну, ты думаешь, что они бы здесь несколько дней бы сидели и ждали, когда мы вернемся? Так иди тогда в дом, посмотри, там ли они. А я пойду к алтарю и посмотрю, ушли ли они или нет. Кать! Все чисто в доме. Ау. Ну... С одной стороны тут как бы чисто, но с другой стороны не очень. Так, я уже иду. Это случайно не твой двоюродный брат вот этот на свадьбу пришел нам подарок какой-то подарить, я просто не помню. Я вообще не знаю, кто это. Нет, это не мой брат. Молодой человек, спуститесь с нашего алтаря. Ладно, оставь его тогда там в покое, может он тоже жениться хочет. В следующий раз тогда женится. Все, давайте пошли. Все? Эти, они ушли? Походу да, но все, мы спасены. Мы снова в своем городе. И никакой свадьбы не было. Никто нас доставать больше. Запускай фейерверки, давай запускай фейерверки. Ура! Опять бракованные. Ну это обычные петарды, вот эти вот пук и все. Ну наконец-то, спустя столько серий выживания, которые мы потратили, наверное, впустую, мы сейчас можем вернуться к нашим планам. Чё мы там планировали дальше построить после наших вот этих статуй огромных, а? Так мы статую-то с тобой до конца не довели, до ума-то не дожили её. В смысле мы их до ума не довели? Так мы же все там построили то, что надо, статуи полностью готовы. Не, ну ты иди сюда, ну ты глянь, вот подойди ко мне, подойди сюда. Ну вот в руках им явно что-то не хватает, что-то такое общее, чтобы они держали это вместе. Одна половинка ты, другая половинка я, а? Понимаешь, о чем я? Пирожок с капустой или чё? Ты шо ли вообще не соображаешь? Половинки одного целого ты держишь с одной стороны, и я, а? Какие половинки одного целого? Бутерброд на половину разрезали, сейчас кушать будем. Ты можешь прямым текстом сказать, что ты хочешь, чтобы мы в руках держали? Да сердечко давай построим там. Кстати, да, подписчики в комментах часто писали, чтобы мы сердце построили нашим вот этим статуям. И реально это будет прикольно смотреться. Да, все, давай, только нужно что-то прям грандиозное такое, из каких-то блоков красиво. Пошли. Ну блоки 100% должны быть красными, нет? Конечно, красными, обязательно красными. Так, ну тогда ищи какие-то красные блоки. Возможно, у нас здесь что-то будет, и тогда мы сможем построить где-то сердечко. Так, тут желтое, тут оранжевое есть, тут у нас... Слушай, а может из незрака построим вот этот садского блок? Он бордовый такой, не? Смотри, вот из динамита можно, они тоже красные. Убери его обратно! Какого динамита? Если молния попадет и взорвется наши статуи к чертям, да? Ага, динамита. Ладно, так. Ладно. Слушай, красная глазурованная керамика какая-то у нас есть, но тут только два кусочка. Это, наверное, не подойдет. Так, мы можем стекло покрасить в красный цвет, кстати. Нет, оно будет слишком тусклое. Я хочу, чтобы сердечко было прям ярко-красное. Так, ладно, тогда ищи дальше. Здесь у нас... Опа! Редстоновый блок! Реально, мы можем из редстоуна куча блоков сделать! Красных, они прям очень красные, Кать. Ну, это все равно что-то не то. Это очень долго, муторно получится. Так, нет. Подожди. Два стака красной шерсти. Ну все, вот, красную шерсть берем, отойди. Вот, красную шерсть берем, и вот, и сразу пойдем сердечко построим. И сердечко, смотри, какое яркое красное будет. Ага, то есть молния шерсть тоже не подожжет, и у нас ничего там не загорится, да? Ну, кстати, ну, есть же шанс какой-то 1 на 1 миллиард, то, что молния кокнет в шерсть, и все там загорится. Ну да, тогда, Кать, нет, тогда нет. Ну тогда я не знаю, что можно красные блоки какие сделать. А дом-то наш, ютубовская кнопка, из чего состоит? Он же красный. Подожди. Ну он же вроде с этого. А, ну так он с бетона состоит, полностью бетонно-красный вот этот дом. Вот мне нужны вот такие блоки для сердечка. Кстати, да, тогда давай ты иди делай вот этот бетон сухой, а я притащу красители. Давай быстро. Я не умею делать бетон. Чё ты сейчас сказала, ты не умеешь? Я говорю, бетон не умею делать. Ну, мне просто не приходилось, я не помню, не знаю. Ну, давай ты меня научишь.
Бери красные вот эти цветы, переделывай их в красители, я пока соберу гравий и соберу песок, который нам сейчас, Кать, будет нужен. Вот так вот. Точно, капитан. Ну тогда внимательно слушай и запоминай. Берем красный краситель, ставим в самый верх верстака. Потом нам нужно по 4 блока песка, вот так, и 4 блока гравия. И тогда у нас, Кать, с тобой получается красный сухой бетон. Это ты поняла хотя бы или нет? Так, сейчас запишу, погоди. Давай, записывай. А сколько нам еще блоков нужно будет, как ты думаешь? Ну, мне кажется, стак-то точно нужен. Ну, стак примерно нужен, так, давай я вот это сделаю, посмотрю. У меня 48 штук, давай еще столько же сделаем. И смотри, что получилось. Так, красный, опа, сухой бетон. Ну красиво же выглядит. Это что-то не похоже на то, из чего сделан наш дом. Вообще не похоже. Ну, потому что это сухой бетон, а у нас дом сделан из этого, из мокрого сухого бетона он сделан. Ну, тогда я хочу мокрый сухой бетон. Ну, тогда его надо намочить. Ну, так пошли тогда сломаем его, пошли в океан и намочим его. Ну, а если серьезно, то как правильно его мочить? Да просто вот так, вот, допустим, подойди вот сюда. Вот, стой здесь, я тебе сейчас покажу. Просто берем, он же как песок, то есть, когда ты его ставишь, он падает вниз. Смотри, я, допустим, его ставлю вот сюда, он падает в воду и становится вот таким. Ставлю вот сюда, падает в воду и сразу с сухим мокрым бетоном становится. Дай мне, я тоже так хочу сделать. Но только аккуратно, если просрешь хотя бы один блок, сама заново пойдешь и это все будешь крафтить. Все, мочим песок, бетон сухой, мокрый, чтобы был мокрым, сухой. Оп, оп, оп. Блин, как круто. А можно так всегда? А давай сделаем дорожку вообще красную себе. А давай вообще весь город сделаем из этого мокрого сухого бетона. Это так круто. Оп. Не надо весь город делать из сухого бетона. Нам надо просто стак, чтобы сделать сердечко. Поэтому давай быстро ты ставишь, мочишь его, а я его сзади буду ломать и подбирать все блоки. Договорились с тобой? Все, давай. Только, мне кажется, будем это делать всю жизнь. Ну со мной. Не всю жизнь. Чем быстрее ты ставишь, тем быстрее я ломаю. Давай. Да ставлю как могу. Ну и куда ты меня тащишь, а? Ну нам же к статуям надо. Ну сердечко, две половинки одного целого, ну. Иди за мной, не задавай лишние вопросы. У нас же транспорт будущего есть. Летающая вот эта лодка. Так, подожди, зачем мы будем туда пешком идти или на вагонетке, если у нас лодка есть, которая нам поможет туда добраться? Все, давай забирай сюда со мной на нее. А, то есть арабский восторг, да? Да, арабский восторг, давай, садись. Так, ну подлети ко мне поближе-то, ну. Ну ты что, не допрыгнешь, что ли? Нет, все, погнали. И давай, Катюшка, нашу. И раз, и два, и три, и четыре. А потому что мы пилоты. А дело наш любимый дом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки потом. Я думал, ты споешь «Арабская ночь», а не «Девушки, самолеты и пилоты», и вот это вот все. Ладно. Но это не моя авторская песня. Ну да, это не твоя, это «Карася», смотрите на меня, «Арабская ночь». Так, все, давай вылезай отсюда! Опа, ты посмотри, как удобно, и мы сразу здесь оказались с тобой! Ну да, прям там, где нужно строить сердце. Отлично, все, давай мне блоки, я сама все построю. Ты и сердце построишь! Ну на, давай, держи, строй! Я тогда отойду в сторонку, опа, перепрыгну вот сюда и буду просто наблюдать, давай! Так, ну для начала нам нужно сделать вот тут так, вот тут вот так. Хотя бы, чтобы не упасть, да? Ну, вот так. Надо забраться наверх. И вот как-то, ну, здесь одна половинка должна быть, и вот здесь... так, сейчас, это... Короче, я что-то загнула, на сам строй. Ага, вот так бы сразу, да? Чё-то твое сердечко не совсем на сердечко вообще прям совсем не похоже. Ну ты сейчас перестроишь, все исправишь. Я сейчас перестрою, вот это оставлять мы с тобой точно не будем. Тогда ты мне хотя бы говори, насколько огромное сердечко должно быть, а то я даже не представляю, каким его строить, а? Так, ну тогда мне нужно сесть на лодку. Я упала. Ну давай поднимайся, садись на вот эту лодку, я пока буду его продолжать строить. Но я же не смогу его прям гигантским построить. Ты хотя бы мне говори там со стороны, как вот это оно все смотрится, ага? Но оно должно быть такое маленькое, миниатюрненькое, просто для красоты, для соединения наших вот статуй. Ну ты вон там добавь еще, вон там. Ага. Да вон там добавь. Вот так? Подожди! Да я не знаю, с какой стороны мне добавлять. Да вот там надо добавить. Ну всё, вот. Вот так? Мне кажется, да. Это... Вот все, я тогда так оставляю его, да? А надо его 3D-шным сделать. 3D-объем. Каким 3D? Да, я хотя бы посмотрю, как оно выглядит со стороны. 3D.
Эй, надо сделать, подожди. Ну! Ты смотри, какое сердечко сердечное получилось, ну пускай. Давай мы его так оставим, хорошо смотрится, Кать. Ну нужно еще один слой сделать, так, вперед, подожди, как бы, подожди. На один блок меньше. Давай я сделаю вперед, опа, чтобы оно выпирало, выпирать надо. Ты только посмотри. Ну какая красота получилась, а? Вот не зря подписчики в комментариях предложили нам построить эти две огромные статуи. Ты смотри, как круто получилось. Слушай, реально, я же говорила, сердечко будет прям очень хорошо смотреться, не то что твой бутерброд, но все-таки чего-то не хватает. Вот какой-то вот изюминки, вишенки на тортике не хватает. Ты позволишь мне добавить? Да, давай, не добавляй. Слушай, а может мы шашлычок насадим на вот эти, на трезубцы? Мне кажется, шашлычок там будет... Или люля-кебаб. Будет хорошо смотреться. Типа мы жарим их на трезубце. А давай я тебя на трезубец посажу, хорошо? А, все, молчу, заткнулся, ага. Так, ты мне скажи там, когда хватит. Ну все, я что, знаю, что ты хочешь делать? Так, ну до сердечка, чтобы доставало. Ну достает до сердечка, прям до центра достает. Так, вот, а теперь отчитываем. Вот здесь ломаем. Сейчас. А, ну у меня же есть кирка. Так, оп. Вот так вот, и ломаю. Оп, нормально? А что ты сделала? Это будет светящийся камушек посередине, он ночью красиво будет смотреться. Это как Тони Старк смотрится, как железный человек, вот этот костюм в центре, такой светящийся у сердечка. Все, спускайся на свои лодки вниз, подхватывай меня. Подожди, как я тебе на лодке вниз-то спущусь? Лодка только на одном уровне летает. Давай встречаемся тогда там, в городе, беги за мной. Ну ёпперсы ты, ладно. Ты только посмотри, Катя! Это просто чудесно. Это, наверное, самая красивая постройка у нас в городе. Ну, не считай, конечно, Эйфелевой башни, которую я неделю строил, но ладно, вот это реально красиво. Я тебе предлагаю тогда прокатиться на вот этой железно-железнодорожной железной дороге под сердечком, и когда мы будем под ним проезжать, вслух произнесем наши с тобой желания, а? Как тебе такая идея? То есть это ты меня на романтическое свидание приглашаешь? Это я тебя, крошка Бейба, тащу с собой за ручку, мы с тобой сейчас будем свиданку устраивать вместе. Романтическое, ну, конечно. Ну погнали, запиндюхивай старкостанцию вагонетку, я за тобой. Все, давай, мы уже почти подъезжаем к сердечку давай, вместе одновременно. Давай, желание, и оно обязательно сбудется. 100% сбудется, сейчас подъезжаем, когда 5, будет. Да давай. 4. Давай. 3, 2, 1, и... Я хочу пиццу! С тобой! В смысле ты пиццу хочешь? Я не поняла! А ты что сейчас сказала? Я хочу встретиться с тобой, дубина, ты стаиросовая! Не! Я имел в виду, типа, мы с тобой встретимся, а потом мы пиццу закажем друг другу или как? Вот тебе и романтическое свидание, а ну иди сюда! Да подожди, нет, друг, толкай! Нет, вылази из вагонетки! Все, до свидания, я имел в виду то, что мы с тобой встретимся, а потом пицца, Кать, не стреляй, Кать! А пицца тебе, я все поняла! Да я тоже с тобой очень сильно хочу встретиться! Эх ты, уехал, блин! Еще раз проезжай под сердечком! Я хочу встретиться с Катей! Все, загадал желание! А я хочу пиццу! Да подожди, что, алло!